Здравствуйте, уважаемые зрители! Я всеми известный и знаменитый звездный капитан Леонардо Йонович. Веду репортаж с межгалактического полета Земля-Марс. У меня есть две новости. Одна хорошая, другая тоже нехорошая. Так как мой космический корабль подключен к Укрэнерго, электропостачание постоянно пропадает. Во-вторых, у Галлюцинеллы начались критические дни. Сейчас я готовлю яичный омлет с медвежьим луком. Рецепт будет приведен в комментариях. Завтра при посадке планета Земля самое главное не попасть в лапы полиции для прохождения медкомиссии от мобилизации по спецоперации вторжения России на Украину. Надеюсь, Небесная канцелярия мне поможет. Ой, как вкусно пахнет. Поможет на предмет того, что Небесная канцелярия мне поможет. Христос воскрес! Воистину воскрес! Дякую!